Прекрасное, чудесное место, Алексей. И здесь сейчас находится у нас музей. Ну, скоріше можна так назвати ретро-куточок. Подорож у минуле називається. Тут зібрані родзинки. Родзинки з минулого століття. Перший телевізор, перший грамофон і так далі, і тому подібне. Дуже-дуже багато цікавих речей. Можна буде пройти посмотрети, да, всі желаючі, пожалуйста. Вход платний у нас, да? Да, 40 гривень всього-навсього. 40? Діти 30. Діти 30. Так, і ми з удовольствием, я от проїжджав якраз мимо на ровері, з удовольствием посетимо, посмотрим, що там цікавого ми побачимо. Клас. Это помещение вот планетария здесь, Центральный парк культуры и Печенку имени Леонтовича. А остановился я вот, увидев эту регонду и прекрасный звук. Чудесный, оригинальный, супер. Благодарим Алексея, и мы вперед. Прогуляемся. Я уже тут до этого посмотрел, мне очень понравилось. Главное, что оно все в рабочем состоянии. Вот это тут ЮНИСЕФ помещение. А сюда уже мы, надо чуть-чуть спуститься. Посмотрим и будем отвлекать. Так, сейчас я человек поснимаю. Я рассказывать не буду. Да, да, хорошо. Пойдемте, я вам включу граммофон. Да, да, граммофон. Все в рабочем состоянии, представляете? В отличном состоянии, красивом, со светом музыка. Да, да, ничего, как обычно все. Опа! Оригинальный звук, все представляете? И следующую, там, одну-два еще. Класс, вот это супер. Вот это класс. Бобинники, кассетники. Вот это класс. И мобильник вот еще можно вот класс. Или фирма Юпитер. А тут звук шикарный. А вы что, класс. И низкие частоты, все выдают. Класс. Ну как вам? Приемники, все, заходите, пожалуйста. Вот. Пожалуйста. Орешка тут впервые, и мне очень интересно. Наталья, можно уже? Да, тут благодарю. Тут и гитары, и это очаровательная Наталья. Показывает Олимп. Это просто супер. Красиво, приятно посмотреть. Но, а здесь даже еще и телевизоры. И это, а это просто класс. Просто прелесть. Смотрите. Так что заходите, посмотрите и будете знать историю, аппаратуру, это техника. Не так просто. Много такого, что я еще не видел, не знаю, все работает, представляете? Так,
сердце радио. Вот эта звезда, такой дизайн молодой. Так что заходите, я уже не хочу мешать, потому что идет экскурсия, вы все приходите, все посмотрите, послушайте. Гитары, скрипка. Все работает. И Алексей еще и музыкант, он так же играет. Раньше это в центре было, у Авангарда, у Владимира, автосалон там. Вот еще одна ремонта такая же. Мерседес, друкарская машина, не ты, автомобиль. И я тебе дозволю даже... Благодарю, я, конечно. Благодарю, взнос также оставлю, это работа. То есть, да, бетонная. Чернила уже высохла. И так, знаешь, пальчиком так высохла. Батя, не бейся. О-о-о, молодчиночка. Так, благодарю. Благодарю. Просто буквы, чтобы... Сухие чернила. Благодарю вас. Всего вам хорошего. И посетителей любого. Ну, я тут поставлю на столике свой минимальный взнос. И конечно, я оставлю еще и отзыв. Обязательно сейчас. 56-й. Оставил я надпись. Да, свои благодарственные. Очень интересно, познавательно понравилось. Рекомендую. И где будет видео. Благодарю вас. Счастливо. Пока. И Алексею скажем там же. До свидания. Алекс так. Назвала Наталья, очаровательная Наталья. А здесь ЮНИСЕФ. Тоже интересно. Планетарии помещения. Все здорово. Благодарю вас, класс. Все, на 7-8 минут будет Алекс, Алексей. Благодарю вас. Да, вам успехов, процветания, чтобы музей посещали, спасибо. Смотрели и не забывали историю. Правильно? Да, да. Все новое, это хорошо забытое старое. Музыки, радио, ретро. Это... Автомобили тут есть рядом, музей. Теперь это вот... мои машины бывшие, я их продал, да. Просто. Да. Да. Все с моего музея из того, который был раньше на Соборной 1.